Всем привет, с вами Галактики, и сегодня у нас начинается очень долгое и очень неспешное прохождение Fallout 4. У нас уже было на канале прохождение третьей части, было прохождение Нью-Вегаса, и очень хочется посмотреть, чем удивят нас разработчики на этот раз, чем порадуют, чем огорчат. Но прежде чем мы начнем, я хочу предупредить, попросить моих зрителей, чтобы вы воздержались от спойлеров в комментариях. Не только от сюжетных спойлеров, да, но и от комментариев по типу, где лежат там какие-то крутые вещи, как там раздобыть какую-то крутую броню, оружие и все остальное. Пожалуйста, не пишите подобные вещи, они только отбивают интерес от игры, и у меня возникает очень сильное желание забанить таких писателей. Вот, но и я буду записывать много серий наперед, поэтому каким-то советам, подсказкам по поводу, там, например, механики игры или еще по поводу чего-нибудь, где я что пропустил, да, это вполне приемлемо, но я, скорее всего, не смогу сразу отреагировать, естественно, на подобные вещи. Давайте начнем. Ах, этот саундтрек, как он мне нравится. Знакомые нотки из прошлых частей. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. Потрясающий ролик на самом деле, мне очень-очень понравился. War never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hon. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. Так, хорошо. У нас такое довольно интересное создание персонажа. Нужно, конечно, привыкнуть ко всем вот этим вот подсказочкам, к вообще к интерфейсу. Он такой. Терпеть не могу такой интерфейс. Ну, в общем, что поделать.
Я, наверное, что, выберу сейчас какой-нибудь себе, вот, да, типаж вот такой вот, например, и от него мы уже будем плясать. Например, сделаем его более таким щекастым. Более щекастым, так как там это делается. Вот так вот, по-моему, да, вот так вот. Я уже немного потестил запись, поэтому покрутил немного редактор, потому что... Да, без этого никак. Такой щекастый у нас будет. Персонаж наш и принять. Oh. Давайте oh, yeah. мы ему растительность, естественно, добавим. У нас много разных бород, усов. Ну, в принципе, довольно неплохо сделанных. Единственное, что... Ну вот, ну как-то... Не, ну, в целом неплохо, Тут как бы вот, это просто прекрасно. К судному дню готов. Я бы немного на его месте вот немного вот шею побрил бы, да, чтоб неудобно, когда шея заросшая. Вот. И, наверное, что мы сделаем? Стиль головы, что у нас? Можно прям этого сделать. Как он? Тревор из... Did you get a haircut yesterday? Из GTA. Ну, мы вот таким персонажем будем играть. Да, меня устраивает, что глаза тебе можно цвет глаз поменять на какой-нибудь. Голубые глаза, это, конечно, круто. Но... Хейзл. Карие с синевой, карие с зеленью. Not bad. Какие-нибудь... Not bad. Да нормально, вполне. Все. Назад. Пол, естественно, останется таким же. Телом. Да? В кои-то веки в Fallout'е можно выбрать... можно сделать себе пузатого перса или дрыща. Ну, давайте мы сделаем такого... Более стройного, я бы сказал, персонажа. Чтобы на нем броня красиво смотрелась. Вот, и... Да, я думаю, мы можем начинать. Подтвердить. Хорошо. Автосохранение. Мне понравилось, что можно выбрать цвет интерфейса полностью. Хорошо, так красиво. Вот наш домик. Дизайнеры, конечно, в беседке какие-то... Какие-то странные. У них явно какие-то проблемы с освещением и с тенями. Что-то как-то все выглядит каким-то ненастоящим. Вроде модельки-то хорошие, нормальные такие, да? А вот с тенями, ну как-то... Как-то да. Ah, good morning, sir. Your coffee. 173.5 degree Fahrenheit. Brewed to perfection. And today's newspaper just delivered. Котсворт, наш робот-дворецкий. Thanks, Cosworth. Of course, sir. Nuka-Cola. Ice cold. Looks like the milk got delivered. Saddle up Salisbury steak. Grade A+. Отлично. Но, как минимум, стоит отдать должное, да, за такой вот интерактивчик можно залезть куда угодно. Я бы такого робота с вот пилой, с клешней такой, я бы к ребенку не допустил бы. You're special. Ну, да, мы в третьей части создавали персонажа через эту книжку. В четвертой, кстати, нет, в четвертой мы у доктора были, да. Вот. Сигареты? Откуда сигареты? Ты куришь? Нора, ты куришь? Can you get that? It's probably that salesman. He comes for you every day. Good morning! Vault-Tec calling.
Волтек. Да, вот это, конечно, тоже мне немного огорчает, немного настораживает выбор вариантов ответа в виде креста такого. Ну, как-то... ну, что поделать. Волтек, remind me again. Why, we're about you, sir, and helping secure your future. You see, Vault-Tec is the foremost builder of state-of-the-art underground fallout shelters. Vaults, if you will. Luxury accommodations where you can wait out the horrors of nuclear devastation. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Что такого важного? What's so important? Why, nothing less than your entire future. If you haven't noticed, sir, this country has gone to heck in a handbasket. If you'll excuse my language, the big kaboom is... It's inevitable, I'm afraid. And coming sooner than you may think, if you catch my meaning. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family's service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. Вся семья. But there's room for my entire family, right? Of course, of course. Minus your robot, naturally. In fact, you're already cleared for entrance. It's just a matter of verifying some information. Don't want there to be any holdups in the unforeseen event of total atomic annihilation. Won't take but a moment. Sarcasm. Now, I can't wait for the world to end. That's the spirit. Now, let's see. Да, и вот это вот самое интересное, на самом деле, мне... понравилось, немножко переделали систему, мне даже понравилось, как ее переделали, что-то в ней есть интересное. Это хоть у нас, да, теперь нету навыков, да, которые мы улучшаем со временем, но у нас вся завязка на перки и на статы. И причем статы наши могут быть выше 10. Так, сделаем все статы пока что по троечке, да, и подумаем, что нам нужно. Так, что интер нажать надо, да? Что нам нужно? В этой игре довольно большое внимание уделено крафту, ну и я буду тоже ему, естественно, уделять большое внимание, поэтому возьмем интеллект побольше. Нам, по-моему, 6 интеллекта нужно, чтобы так сразу можно было более-менее все годно крафтить. Троечки во всех статах я закинул, потому что это, ну, минимум для большинства перков, для основной части перков, довольно полезных и хороших перков. Потом, что мы возьмем? Восприятие, наверное, харизму и восприятие чутка, да, выносливость. Давайте, наверное, может быть, сделаем больше упор на харизму. 6 харизм и 6 тинты. Вот как-то, давайте, наверное, я даже не знаю, 5 харизм и 4, единичку закинем, выносливость все же еще. Вот как-то так. Вот как-то так. Все. Я думаю, такой персонаж нас устроит. Мы будем заниматься всем, будем все изучать, все пробовать, поэтому... Имя содержит запрещенные символы. Ну, блин, почему всех на русском тут зовут, а... Всех персонажей, да, а себя на русском нельзя называть. Как там, как мы себя назовем тогда? Ну, давайте мы назовем нашего персонажа Энтони. Это одно из подтвержденных озвученных имен. Поэтому я надеюсь, что нас будут называть Энтони. Wonderful. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Hey,
It's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments. Mr. Anthony, Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down. Чудесно. He needs some of that paternal affection you seem to be so good at. Фантастика. Мистер Энтони, обалдеть. Мне очень нравится. How are the two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. Hey, how's my little guy? Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Посмотрю телек. Давайте будем, будет у нас саркастичный такой персонаж. Will it be like that night in the park a year ago? Sir, Mom, you should come and see this. Codsworth, what's wrong? Followed by, yes, followed by flashes, blinding flashes, sounds of explosions. We're trying to get confirmation. What? We seem to have lost contact with say? Our affiliate stations. We do have coming in. That's confirmed reports. I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. Oh my God. We need to get to the vault now. I've got Sean. Let's go. Residents of Sanctuary Hills, if you are registered, evacuate to Vault 111 immediately. Этого чувака не пустили. We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Okay, go ahead. No. You two, follow me. Come on. What's going to happen to all those people outside the gate? We're doing everything we can. Now keep moving. Видимо, городочек у нас довольно маленький все же был. Людей не так много. По-моему, тут работников всего этого дела и охранников гораздо больше. Как, что, стали мы в центре еще дальше? Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Oh my God! Мне интересно даже, как это... Hold on! Как... Ага, вот так. Oh God! Oh God! Интересный спуск в убежище. We did it. We made it. We're okay. Everyone, please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe it. If we left a minute later... No, no. We'd all be. Don't get caught up thinking about that. You're safe now. Everyone, just head up these stairs and through the door there. Just this way, please. Что-то нас 7 человек только спаслось, ну, не считая малыша. А, нет, тут люди тоже какие-то, по-моему, это... Да. Step over to the table and take a seat. Welcome. Okay. Pick up a suit right over there. You'll need your suits before we can take you further. Here you are.
Head down the hall there. Over there. Take a suit. Thanks. What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. All right, you three. Follow me. Так. See? This is our new home. Oh, you're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. It's gone. Our home. Sir? Everything we had. My mother and father down in D.C. Oh, God, honey. How long do you think we'll be down here? I know this is a difficult time. We'll be going over all that in orientation. Just a few medical items we have to get through. Just checking everyone off the list as they come in. As well as comfortable. Prepared for the future, right? Such a lovely family you have. I hope you'll see this as your new home. Just step in here and put your vault suit on. Быстрее переоделся, однако. The pod will decontaminate and depressurize you before we head deeper in the vault. Just relax. Time for a whole new life. Resident secure. Occupant vitals normal. Procedure complete. In 5, 4, 3, 2, 1. Нас заморозили все-таки. А не это, да? А не процедура очистки тут была. Да. Я могу только кряхтеть сейчас и бить по стеклу. Таинственная фигура. Опа. Так, интересная завязочка. Начато время на исходе. Покинуть убежище 111. Так, а пибойчика мне можно? Родной любимый звук. Я не хочу прям immediately покидать убежище. Я хочу посмотреть, что тут. Я не могу пока открыть пибой, естественно, и посмотреть, почитать задание. Терминал. Добро пожаловать в сеть Рабко Индастри. Спасибо, что выбрали Валтек. Реагенная установка отключена. Преждевременное завершение привело к сбою системы. Обнаружено изолированное ручное замещение управления отключено. Табом назад. Хорошо. Жизнеобеспечение отключено. Преждевременное завершение привело к сбою системы. Обнаружены изолированные ручные... Так. Состояние объекта в камере. Угу.
да, мы можем почитать. Мистер Ди Пьеро, да? Вот так вот подробнее. Причина смерти: удушение из-за сбоя в системе жизнеобеспечения. Синди Кофран. Причина удушения. Ну, в общем, они все умерли из-за удушения, кроме моей жены. Так. На самом деле, весьма бодренько так играется. Учитывая, да, то, что у нас скорость побольше, повыше. Все правильно. Передвижение я имею в виду в сравнении с третьим... Ой-ой-ой-ой-ой, какой здоровый. По сравнению с третьим Fallout'ом, да? Вот. Шкафчик пустой. Компьютер, терминал. Блин, а почему экран зелененьким не светится? Это же неудобно. Зажигалка, довоенные деньги. То есть это вот так вот теперь делается, да? А как мне... Ага, колесиком. Все, понятно, мы это все повыкидываем потом. Давайте пока разбираться, как вообще тут письменный стол. Ну, зато на самом деле открывать столы не надо, это удобно. Экономит наше время. Что у нас? Стимулятор. Возьмем один. Кофейная кружка. Так, мы сохраняться, да, надо не забывать. Инструкция по безопасности для убежища 111. Строго конфиденциально, только для службы безопасности. Убежище 111 предназначено для исследования долговременного воздействия прекращения жизненных функций на испытуемых людях, не подозревающих об эксперименте. Сотрудники отдела безопасности несут ответственность за сохранение целостности комплекса и занимаются наблюдением за деятельностью научного персонала. Ни при каких обстоятельствах персоналу не разрешается отклоняться от назначенных обязанностей. Нарушение субординации или вмешательство в деятельность убежища караются высшей мерой наказания. Сотрудники отдела... Как мне дальше? Листануть. Загрузить запись. Я могу только назад. Эй, а как, слушайте? А как ниже полистать? А, колесико. Сотрудникам отдела. Что сотрудникам отдела? Точка не стоит, значит, предложение не закончено. Так, что, как... О, что я сделал? Сотрудникам отдела безопасности разрешено применять смертоносное оружие. Руководство по операционным протоколам. Прием резидентов. При получении уведомления об активации Волтек весь персонал обязан явиться ко входу и оказать содействие в приеме резидентов убежища. Сотрудники службы безопасности обязаны поддерживать порядок и проследить, чтобы сотрудники или резиденты не пытались покинуть убежище. Сотрудники исследовательского отдела несут ответственность за регистрацию резидентов и сопровождение их до назначенной криогенной камеры. Резидентов, не отмеченных в манифесте, необходимо попросить отойти в сторону и в случае необходимости задержать, применив силу. После того, как все резиденты будут размещены в камерах, от задержанных надлежит избавиться. Вход в убежище должен оставаться закрытым при любых обстоятельствах. Кнопочка Е листать на следующую страницу. Так, обязанности персонала. Научный персонал службы безопасности. Члены исследовательского отдела обязаны ежедневно наблюдать за основными показателями жизнедеятельности резидентов в криогенных камерах. Показания сердечно-легочной и когнитивной деятельности необходимо снимать каждый час. Вмешательство с целью спасения жизни разрешено только в том случае, если более 80% резидентов погибли в состоянии криогенной заморозки. Такое вмешательство не должно прерывать процесс заморозки. Независимые исследования поощряются и проводятся на усмотрение смотрителя. Так, служба безопасности обязана постоянно вести патрулирование в режиме 8-часовых смен. Приоритеты безопасности включают отслеживание признаков проникновения, проверки на наличие атмосферных утечек, улаживание конфликтов среди персонала, введение в силу правил, установленных смотрителем, введение в силу правил, установленных в Волтек.
обслуживающий персонал. В связи с особенностями убежища 111, персонал будет выполнять обязанности и за пределами своей обычной квалификации, включая уборку и приготовление пищи. За распределение конкретных обязанностей отвечает смотритель. Ясно. Разрешение на выход и эвакуация. Разрешение на выход. После ядерного взрыва сотрудники Волтех будут следить за состоянием поверхности на предмет опасных последствий, включая уровень радиации, вражеское вторжение, дополнительные атаки и другие факторы. Когда условия будут признаны безопасными, данный терминал получит уведомление с разрешением на выход. Получив разрешение на выход, персонал Волтех может начать эвакуацию под руководством смотрителя. Игнорируйте любые другие уведомления от организаций или частных лиц, не имеющих отношения к Волтех, включая представителей правительства и вооруженных сил. Криогенную заморозку запрещается прерывать и резидентов запрещается эвакуировать. Сотрудники Волтех будут удаленно наблюдать и удовлетворять их потребности после эвакуации персонала убежища 111. Обязательный период проживания. Убежище 111 является краткосрочным заданием. В обязанности персонала входит исследование и базовое обслуживание убежища до получения разрешения на эвакуацию. В отсутствие разрешения на выход от Волтех смотритель вправе эвакуировать персонал через 180 дней нахождения в убежище. Во время этого периода персоналу убежища 111 разрешено эвакуироваться исключительно при получении разрешения на выход от Волтех. Вот так вот. Криогенная заморозка, значит. Хорошо. Так, журнал службы безопасности. Я думаю, вы уже поняли, да, что мы будем все читать. Потому что прохождение у нас неспешное и долгое. Боже, это все-таки произошло. Конец света. Еле успели запустить всех резидентов. Выжили не все. Теперь остались... только мы и ледышки. Не понимаю, белые халаты пытались мне объяснить, что заморозка — это какой-то серьезный эксперимент ради светлого будущего или типа того. Не знаю, не нравится мне, что мы им мило улыбались, а потом засунули в лед. Почему их не предупредили? Вот, верно. Так, в 77-м году все это дело началось. 25-12. Рождество под землей. Собрались с другими охранниками и ребятами из отдела обслуживания, устроили небольшой праздник. Лучшим подарком для всех оказалось не совсем еще черствовые кексы. Из ученых никого не было, смотрителя тоже не было. Не понимаю я их, они что-то от нас скрывают. Очередная корпоративная тайна только для избранных. Ну и ладно, еще несколько месяцев и получим разрешение на эвакуацию, а потом начнем новую жизнь. Ага. Затянулись эти несколько месяцев у вас. До окончания обязательного периода проживания осталось всего несколько недель. Все начинают нервничать. Кто-то даже говорит, что разрешения на эвакуацию не будет никогда. Долго нам тут оставаться нельзя, это точно. Дело даже не в том, что я тут уже полгода смотрю на одни и те же стены и одну и ту же койку. Дело в том, что продуктов нам хватит всего на пару месяцев, максимум. Смотритель просит всех проявить терпение, сосредоточиться на работе. Он явно что-то от нас скрывает. Происходит что-то плохое, я знаю. Главная дверь на выходе из убежища не работает. Теперь единственный выход отсюда через эвакуационный туннель смотрителя. Как удобно для него. Он устроил своего рода к КПП. Оттуда сотрудник научного отдела постоянно наблюдает за дверью в его кабинет. Сегодня меня пригласили на совещание. Только обслуживающий персонал и сотрудники охраны. Видимо, не только мне все это не нравится. Последняя запись. Разрешение на эвакуацию от Волтек так и не поступило. Надо уходить. Почти закончились продукты. Стэнли чуть не пристрелили за то, что он уронил крекер на пол. Некоторые из нас потребовали от смотрителя открыть убежище. Кто бы мог подумать, что настолько щуплое создание способно так громко орать. Теперь заперся у себя в кабинете вместе со своими учеными. Нам приказано сегодня же вечером сдать все продукты, оружие и медикаменты, которые у нас есть, иначе будут последствия. Мы все обсудили, пора. Так или иначе мы выберемся из этого убежища. Ясно. Очень интересно. На самом деле вот все эти истории с убежищами — это очень-очень. Так, кофейная кружка.
Так, что мы тут еще пропустили? Это у нас просто контейнеры, стул нам тоже не интересен как-то. Вообще странно, что такая какая-то графика, довольно паршивая, я бы сказал. Вот, учитывая, что по умолчанию игра мне выставила все на ультра, идет все на 60 FPS, все довольно комфортно так. Ну, пока что, во всяком случае, пока мы в большой открытый мир не вышли еще, да, но все равно как-то, ну, графончик как-то, да. Я надеялся, что все же будет поприятней. Нажмите маус 1 для атаки. На тебе, зараза. Мясо рад таракана. Я вижу, там кто-то... Кто-то уже мертвый лежит. Питьевой фонтанчик. Можно попить. Но нам не надо пока что пить. ХП у нас пока не отображается. Наверное, потому что полное, я предполагаю. Так, можно вздремнуть, но сейчас не время все же. Шкафы все вычищены, ну, я думаю, что ничего я здесь полезного не найду. Потому что те люди, которые пытались сбежать, да, их не так много было, во-первых, не так много всего вообще здесь было. И, соответственно, можно тостер взять. Возьмем тостер, из тостера мы по-любому что-то сможем скрафтить. Плитка тоже возьмем. Я думаю, что мы сможем скрафтить что-то. Холодильник пустой, естественно. Рекреационный терминал. Так, бутылки. Бутылка именно пива, не из-под пива, а именно пива. Бутылка довольно тоже паршиво как-то сделана. Так, почитаем. Добро пожаловать в сеть Рабко Индастрис. Служебная записка смотрителя. Не забывайте, что использование рекреационного терминала – это привилегия. Если рабочие показатели упадут, данная привилегия будет отозвана. Отдыхайте, но не забывайте об обязанностях. Список рекордсменов. Это у нас, да, игры там. Извлечь голозапись. Red... что-то там. Угу. Ага. Так. Help. 20... How high can you get? Ready? Я не знаю. Ready я? Как прыгать? О, прыгать вижу. Мы через наш пип-бой, да, можем играть. Оп. Покатился я. Это да, это по идее, чё, как он называется? Не могу прыгнуть. Ой, не могу прыгнуть, действительно. Как... Донки Конг какой-то. Я не играл в Донки Конга, поэтому я не шарю. Опа, опа. Я хочу броню взять, слушайте. Нежданчик. Нежданчик. Ладно, мы потом во все это поиграем, я думаю, еще у нас. Давайте, я хочу все-таки выйти сегодня. Или нет, мы не выйдем, наверное, сегодня. Нам уже пора серию заканчивать, я думаю. Так. Но, блин, и пора вроде. И что-то как-то не хочется заканчивать серию. Так, мы тут вроде бы все осмотрели, да, более-менее. Более-менее. Там, по-моему, тараканчика зажарила, да, эта штука? Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Чтобы поставить блок, я понял. Ой, по-моему, еще больше таракан. Тараканчики ваншотятся, это приятно. И хпшечка, да, у нас уже поменьше, скелет. What happened here? Where is everyone? Планшет, так. Что за звук был? Кто-то живой? Я думаю, вряд ли. Левый альт. Ну, они еще и радиации, да, заряжают нас. Интересно. Левый альт. Блин, неудобно, что левым альтом мы атаку делаем. Ну, хотя, привыкнуть, я думаю, можно. Будет. А, мы на эти, на силовые атаки очки действия, оказывается, тратим. О, неожиданно.
Так, давайте попьем водичку. Попьем водичку, восстановим побольше себе хп по максимуму, попробуем. Че тут как? Нельзя зажать и держать уже, да? Кликать нужно. Да, кликать именно нужно. Ясно. Все, хорошо. Да, ребят, на этом, я думаю, мы все же пока что прервемся. В следующей серии мы продолжим. Я постараюсь выпускать по 2 серии в день, ну и надеюсь на вашу поддержку в виде лайков. И пока что, да, всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.